С Днем защитника Отечества поздравила жителей Камчатки вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. В своем поздравлении она отметила, чем армия и флот России отличаются от вооруженных сил других стран. 23 февраля – это народный праздник. Армия и флот всегда были, есть и будут народными, потому что в них воплощается дух и вера, служение и отвага, мужество и честность, любовь к России. И то, что сегодня армия и флот России высоко несут флаг достоинства нашей страны, обеспечивая нерушимую безопасность наших границ, жизни и безопасности наших граждан, защищают наше Отечество на дальних подступах от терроризма, это все современные летописи великих подвигов и свершений тех, кто с гордостью носит погоны, кто служит Отечеству. Вице-спикер отметила, что Россия гордилась и гордится своей армией, так как во все времена она всегда славилась не только смелыми бойцами, но и высокими нравственными смыслами, которые так необходимы в наше тяжелое, агрессивное время. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.